Вот Наташа нам до кофе сделала бутербродики, семга, разные бутербродики, оладики, наверное, сырные. Ну, что я, ребят, скажу, очень красиво. Так все беленько, вот Сережа Наташе розы купил, очень красивые. Вообще-то я влюбился в белый дизайн. И так все, оно все на своем месте. Пол, ребята, это тоже очень красивый пол. Сережа, это дерево, что за дерево? Орех. Орех, ребята, вот такие это дела. Говорит, что орех. Тут что-то кипит. Ну, вот эта машинка кофейная, конечно. Да, выписывают на нее кофе. Ну, вот такая зала. Тут и кухня, все при кухне. Ну, сейчас это в моем доме такого нету, но сейчас это распространенно. Тут вот гости пришли, вон камин на дрова. Да, ребят, правда, белый цвет, это шикардос. Это камин, это камень. Наверное, ой, не знаю, ребят, или мрамор, или что оно такое. Нет, нет, это, ребят, камень. Ну, какой, не могу сказать. Красиво.